Всем привет, ребят, с вами я, Кира Найт. Я вчера прям так жестко заболела, поэтому можно я одену капюшон и вот так вот прикрою нос, потому что, блин, ну очень больно дышать. Вы уж меня простите за такое, но реально больно дышать. Вот. Вчера просто была в общественном месте, очень долго находилась. И женщина одна, давай чихать, кашлять, а мне некуда было, в принципе, из этого помещения уйти. Я как могла закрывалась, но вечером чувствую, что все меня накрывает, у меня поднялась температура, горло, нос, то есть вообще все вместе, вот это из носа начало течь. В общем, я полночи практически не спала, выпила, наверное, я не знаю, литра два, наверное, чая с медом, с молоком, вот. Но суть не в этом, суть не в этом. Я еще вчера хотела видосик записать, но у меня не получилось, потому что, я говорю, меня свалило. Вот. Я вам хочу кое-что показать, что мне подарили. Что мне подарили, честно, я в шоке. Ладно, давайте об этом потом. Я сначала покажу, а потом расскажу, как это получилось. Блин, я вообще, я просто I love you. Я просто начала говорить по-английски. Сейчас я вам покажу. Что, ребят, смотрите. Господи, что мне подарили. Это iPhone 14 Pro Max на 512 гигабайт. Конечно, я его не выдержала. Я вчера его открыла, хотела открывать с вами, но я не выдержала. Мне нужно быстрее было все, в общем, распаковать, все посмотреть. Это очень круто. Чехольчик вот такой противоударный. Значит, вот он сам как выглядит. Я прошу прощения за мой голос. Это очень офигенно. Цвет жемчуга. Блин, ребятки, посмотрите. Посмотрите, это просто очень круто. И что самое интересное, вот как бы экран, он не отключается, да, как на обычных айфонах. То есть он делает свет меньше, и ты можешь в любое время, ну, посмотреть время. То есть он не отключается, экран не становится черным. Блин, это очень круто. Цвет жемчуг. Вот эта окантовочка серебро. Я вообще, я просто в восторге, это, блин, это как круто сейчас будет снимать видосики, на которые я снимаю, это iPhone 11 Pro Max, вот, а это, получается, самая последняя модель, и, я, честно, я вообще в шоке, я не ожидала такого подарка вообще. Блин, это очень круто, тут настолько все приятно вот это вот делать, блин. Это офигенно. Тут нету вот этой вот челочки, да, как на предыдущих айфонах. То есть челочки нету, они ее убрали, и за счет этого экран больше кажется. Он прям такой, это чувствуется в руках. Я специально, ребят, не стала брать петличку, чтобы сравнить звук. Сейчас, в общем, дальше видео я буду записывать именно вот на этот телефон. И посмотрим вообще, какая кардинальная разница, я думаю, будет. Давайте, переходим туда. Смотрите на это качество. Просто офигенно. Это на 0,5 я снимаю. Так, давайте попробуем на обычную. Вот это вот на обычную камеру. Блин, как же круто. И причем вот даже в жизни не так выглядит. На камере все намного четче. Только если мы приблизим. Офигеть. Ну-ка, максимум приближения. Очень круто. Сегодня на улице. Сегодня на улице у нас очень хмуро, но вот эти, кстати, свечки, они это горят вечером. Но очень-очень тепло. Небо какое, туча. Смотрите, мне кажется, сегодня пойдет дождь. У всех снег, а у нас пойдет дождь. О, даже вот как видно. Цветочки. Всегда мечтала цветочки на окне. О, нифига себе.
но с моими животными цветочков не поставить. Голубушка, голубушка. Блин, ну круто, 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 конечно. Елочки вон у нас тут продают. Ну, нам, конечно, не до елочек, хотя раньше всегда в Новоуральске мы ставили живую елку, которая стояла до мая месяца. Ставь палец вверх, если у вас тоже до мая месяца стоит живая елка или искусственная. Вот такой вот есть киноэффект, что сзади получается все размыто, да? Вот, и тебя именно фокусирует. Блин, это очень круто. Это просто видео без киноэффектов. Офигенно. Как будто 3D-шное все такое. Ну что сказать, этот подарок от Incognito, кстати, который уже не первый раз делает мне подарочки, это мой постоянный зритель, я его, кстати, даже не видела, я его даже не знаю, но очень бы хотелось его узнать. Incognito, напишите, пожалуйста, мне в личные сообщения, кого вообще благодарить. Вот, это, кстати, да, уже не первый раз. И, честно, я в таком шоке, я никогда не могла подумать, что у меня будет, блин, iPhone 14 Pro Max к Новому году. Это, я не знаю, это такой подарок, блин, это просто офигенно. Я получила какое-то вчера двойное, то ли тройное удовольствие, да. Ну, первое удовольствие, это, конечно, от подарка, это вообще просто не передать словами. Второе удовольствие, я купила шаурму себе 35-сантиметровую. 35 сантиметров, ребята, у меня был завтрак, обед и ужин из этой шаурмы, вот. Ну, а третье удовольствие я предпочту оставить, ну, при себе, если что, если вы не против. Вот, то есть, ой, блин, мой нос, как больно дышать, вот. Я прям кайфую, блин, спасибо за такой огромный подарок, блин, это просто от души в душу, вот, I love you, как там показывают сердечки, и не умею так показывать, ну, короче, вот, в общем, это очень круто, спасибо тебе огромное за подарок, я знаю, что ты смотришь это видео, ты воплотил мою очередную мечту в реальность. И сейчас у меня еще больше появился стимул снимать хороших видосиков, тем более тут есть сейчас киноэффект. Блин, ну честно, я в восторге. Жаль только то, что я заболела. Но ничего, скоро вылечимся и навстречу, так сказать, новым видосикам. Все, спасибо огромное еще раз. Отзовись, я жду, когда ты мне напишешь. Все, ребята, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Также не забывайте про мой Boosty, я вас всех там очень-очень жду. Все ссылочки оставляю в описании, все. С вами была я, Кира Найт, это вот такой был видосик. Ну, я похвасталась перед вами, ну а что в этом плохого? Я просто сравнила, как снимает тот телефон, да, я еще, кстати, сама не видела, не просматривала, и сейчас вот закончу это снимать и буду, в принципе, смотреть, какой звук там, какой звук здесь, и все это без петлички было, ну и вы сами, наверное, оцените. Ну все, давайте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, с вами была я, Кира Найт, я вас всех очень-очень сильно люблю, все ссылочки, ребят, в описании.